Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение замечательной игрушки под названием State of Decay. И поскольку игра живет своей жизнью, никогда не знаешь, при входе в игру будет день или, собственно, ночь. Я в игру вошел, и, как видите, глубокая ночь. Максвелл мертв, сосед мертв, минус один боевой дух. Давайте поглядим, что тут изменилось с последнего нашего, собственно, визита в эту игру. Прошла ровно неделю я не снимал, видите, тут куча всего выскакивает в правом верхнем углу экрана. Так, влияние у нас довольно большое, население по-прежнему 13, то есть на нашей базе никто не умер, и слава богу. До хрена еды, до хрена медикаментов, до хрена стройматериалов. Ну что же, собственно, предыдущие несколько серий были записаны единым махом, если можно так выразиться. То есть, в принципе, я просто писал подряд несколько серий. И, собственно, потом сделал паузу после этого, и вот теперь продолжаем. И теперь, наконец-то, можно вернуться к обсуждению того, что же построить на базе. Очень много было ваших комментариев, мне очень понравилось, на самом деле, то, что реально так много отзывов. И отзывы были самые разнообразные, то есть, начиная от огорода, таких отзывов было больше всего, типа, строй огород, еда всегда понадобится. И заканчивая, собственно, различными вариациями, такими, как спортплощадка, чтобы люди тренировались всегда. Еще было предположение... Что это такое? Какого черта двери заперты? На замок. Странно это. И заканчивая, собственно, предложением построить библиотеку, потому что знания тоже никогда не помешают. Тем более, что... Что ты знаешь об этом Рэе? Ага, он местная шишка, у него был свой бизнес в Маршале, не брезговал чиновничьей службе. В таком духе, короче. Многие считали его взяточником, но никто так этого не доказал. Я знаю одно, когда папина страховка не помогла откупить лечение, вечером к нам пришел Рэй. Просил сосед не волноваться, просто запомни, какой я была в ноябре. Там было 10 000 долларов. Слишком жирно для чиновника. Ну и ладно, я не знаю, где он их взял, мне плевать. В моем понимании Рэй положительный герой. Не знаю, кто такой Рэй, о чем был этот разговор. Так вот, собственно, заканчивай библиотекой, потому что она дает улучшение для других зданий, то есть она тоже нужна. Но я подумал, в принципе, и решил, что самое, наверное, пожалуй, будет лучшее найти, уничтожить, помогите, тащите зону от зомби. Так, база наша. Охота на зомби свирепые. Ой, нет, свирепого, ну нафиг охотиться на него. Хочу попросить тебя об одолжении, наскочишь в магазин при возможности? Какой-нибудь есть вопрос. А вот на возвышении, встретитесь с Рэем Сантосом. Так, скопление зомби, помоги избавиться от них. Поехали, короче, друзья, вот сюда, потому что... Все-таки что нам мешает построить другую базу, правильно? По сути ведь ничего особо нам этого не мешает сделать. Но если мы это сделаем, то в принципе будет очень хорошо, потому что там гораздо больше места для базы. Гораздо больше места для улучшений и так далее. И в принципе там у нас часть города, которая вообще еще не облутана, не обыскана. И там у нас новое задание нас ожидает в дальнейшем. Так что в принципе поехали туда, посмотрим, сможем ли мы поехать сразу же. По идее там нужно было вроде как либо 30, либо 50 этих самых... Стройтоваров у нас они есть, стройматериалы. И 12 человек, у нас есть 13. Так что, по идее, нам ничего не мешает построить. Что ж так много зомби, это ужас. Так. Жесть какая-то. Можно фары включить, пожалуйста, спасибо. Спал я, как обычно, 3,5 часа перед записью этой серии, поэтому совершенно упоротый, буду втыкать. Если что-то пропущу и буду невнимательным, то примите к сведению этот факт. То, что я очень-очень хочу спать. Зомби переходили дорогу прямо как на обложке к альбому Beatles. Так, едем прямо, поворачиваем направо на первом перекрестке. Окей. Тормаживает как-то странно. Прогружает местность, видимо, игра. Так, ну вот, собственно, практически мы и доехали. Вот эта база. Не шуми. Выследить экипированного зомби. Ну, твою мать, довольно много. Тихо-тихо-тихо. Пошли к черту. Так, ой, блин, как много вас тут, а? Сбежалось на шум. Ну, придется разбираться потихоньку с ними. Давайте отдохнем чуть, подождем.
Слушайте, даже управление подзабыл немножко. Как делать вот такой удар? Тоже вспомнил, конечно. Тут же. Но тем не менее. Ну, боже ж ты мой, а. Когда же вы закончитесь-то, сволочи? Да, лопаты, конечно, эпично мочить. О, бронированный, старина. Ну вот, пожалуйста, экипированный зомби, я высадил и убил его. Но это, похоже, дело не он. Пастор Уилл болен, черная лихорадка. Ох ты твою мать, это хреново, надо скорее переезжать, пока совсем он не скопытился. Я думаю, так. Хреново, друзья, хреново. Так, склад грузоперевозок Снайдера. Требуется 12 человек, требуется материала 50. У нас все это имеется в наличии. Где у нас там кнопочка Alt на клавиатуре? А, переместить базу. Давайте разобьем тут лагерь. Точно? Ты уверен? Пора сменить обстановку. Шикарно, друзья. Добро пожаловать на грузовой склад Снайдера. Ну вот, собственно, самая лучшая база в игре. Класс. Отлично. А дальше что? Побудем здесь пару недель и будем искать новое место? Нет, старина, на этот раз мы останемся здесь насовсем. Да неважно. Успокойся, спокойно, абсолютно. Так, хорошо, это мы сделали. Угу, вижу скопление. Сейчас займемся очисткой. Как у нас включается... А, вот так вот. Да, блин, реально все забыл. Окей, вот наша новая база, давайте улучшать ее. Обустроить мастерскую. Далее. Беспорядок, это не помещение, а полный бардак. Нужно привести его в порядок, прежде чем использовать. Окей, не вопрос. Теперь здесь спальня. 8 дополнительных спальных мест. Потом спальню надо будет прокачать и улучшить. Так, теперь давайте подумаем, что еще надо. Получается, у нас есть склад, у нас есть мастерская, у нас есть спальня. Тогда делаем здесь, естественно, медпункт в первую очередь. Ну, а во вторую, собственно, я думаю, что кухня. Как иначе? Как-то так пока что. Хотя, в принципе, что нам мешает все остальное сделать сразу? По сути. Итак, склад есть. Это вся фигня есть. Дальше поехали тогда, что... тренировочная зона. Огород. Мастерская. Так, так, так. Давайте, транспорт-площадка. Тут у нас что? Вышка. Смотровая. Здесь пока что огород. Последний слот пока оставим. Ну что же, неплохо. Прямо на наших глазах прокачивается, собственно, помещение. Очень даже неплохо. А теперь потихонечку можно поехать тогда уже избавиться от скопления зомби. Тут их, по идее, два даже получается. Это будет эпично, чувствую я. А можно вопрос, а где моя машина? Ну, о, да, здорово, вообще отлично. Ты придумал, конечно. Просто гениально, старина. Твоя дивизия, где моя машина? Какого хрена? Ладно. Плевать. Сделаем вид, что так и должно быть. А вы на будущее учтите, если будете играть в игру эту и вздумаете переезжать, то не ставьте тачку во время переезда. Потому что видите, что бывает. Она просто исчезает. Сейчас я это проверю. Лучше поторопиться. Знаешь, лучше бы ты сама вылезла со своей радиостанции и пошла проверила, потому что, блин, только и умеешь что. Задание новое давать. Очень много зомби кругом. Надо их чуть-чуть поуменьшить. Давайте-ка одну орду убьем. Я думаю, что не лишним это будет. Так, замечательно. И вторую сейчас добиваем. Вроде как готово. Так, смотрим на карту, правильно ли мы едем. Да, правильно, абсолютно. Патрончики у нас есть, оружие имеется. Медикаменты тоже. И даже одна закусочка, в основном, в случае чего. Так что вроде как припакованы мы по полной программе и готовы. И тем временем светает. А это не может не радовать. Ну что же, кажется, мы приехали. Твою мать, как не вовремя. Ты вздумал перезаряжать. Ёперный театр. Твою мать. Все очень плохо.
Там был крикун. Вот он. Япона мать. Снова призаезжать думал. Неважно, главное, что крикуна больше нет. Тихо. Главное следить за тем, чтобы не выдохся персонаж нас. Следить за усталостью. Фу. Спокойно вроде. Судья Лоутон, если вы не можете добраться до здания городского суда, сверитесь с нами. Мы уходим в эфир на частоте. Мы предложим все усилия, чтобы обеспечить вам сопровождение. Спасибо большое. Вы очень признательны, госпожа судья. Да пошла нафиг. Что ж ты, сволочь, делаешь-то? Вот так. Давайте пока перезарядим. И посмотрим. Походу, дело это еще не все. Как это ни странно, скопление до сих пор считается неуничтоженным. То есть крикун здесь стоял, видимо, просто так. Интересно, наш персонаж умеет плавать? Или здесь типа будет мелко? Только что продали сообщение. Похоже, доктор какие-то неприятности. Где он? Есть информация, что на кладбище пригорит диспенсер Милл. Надеюсь, он там не новых пациентов ищет. Доктор в беде. Кто бы сомневался. Так, ладно, окей. Добрый вечер. Оу, ты что делаешь-то? Какого черта это было? Япона мать. Охренеть. Не сейчас. А, пошла ты к черту. Офигеть, видели, как он упал? Это было, по-моему, очень жестко. Просто пипец. Так ведь и подохнуть можно. А этому персонажу умирать противопоказано. Мне он полюбился. Давай скорее убираться нафиг отсюда. Строительство завершено. Отлично. Так, вторые медикаменты пока поэкономим, конечно. Хотя я думаю, что скоро нам они уже понадобятся. Так, ну что же, вот, собственно, начинается самое интересное. Предлагаю народу на машинке покататься. Подавить немного зомбарей. Привлечем их внимание для начала. Давайте, выходите все сюда. Идите все ко мне. Черт, не нацепил никого, ладно? Как-то маловато. Я ждал, что больше явится. Какого черта? Что здесь происходит, мать его? Ты кто вообще такая? Сотрем этих ублюдков порошок. Ты со мной? Именно для этого нужны соседи. Что я могу сделать? Мы за тобой. Мы или ты? Прикрой нас. Ну что, прикрываю. Там еще один, подожди, родная. Дай-ка ему сейчас его сзади. Вот так. Так, поехали. Пристегиваю ремень. И, собственно, понеслась.
Так, окейшки. Где-то у нас там снизу получается, вот там. Блин, читайте как-то. Завязывай мою тачку ломать, чувак. Какого черта вообще? Как трава пасть, интересно. Видимо, только пешком. Ладно, пошли. Плевать. Да-да-да. Я буду очень осторожен. Прямо-таки предельно аккуратен. Пошел к черту. Долбанный зомбарь. Где ты там? Строительство работает не по графику. Хреново. Очевидно, какие-то вещи нужны. Так, подожди, а ты куда, как трава пала, барышня? И куда нам, собственно, нужно вообще? Союзник ранен. Какого черта происходит в этой игре сегодня? Мне нужно было разобраться с этим самыми зомби. Я так понимаю, что я типа разобрался, да, получается? Судя по тому, что пропала метка. И барышня моя тоже пропала. Да-да-да, впечатление замечательно. Ладно, погнали, тогда нужно горшки на кухню. Поехали искать горшки. Воу-воу-воу! Ты что это, бешеный что ли? Придурок чертов. Ты что себе позволяешь, ублюдок? Так, можно как-то безболезненно слезть, пожалуйста? Спасибо. Отлично, на том как раз моя машина стоит. И долбанная орда зомби на мосту. Замечательно. Так, разворот. И в противоположную сторону. Ну так-то лучше, толпа зомби уничтожена. Ва, такой мимо пронесся. Точнее, пронеслась. Надо это слышать? Что там такое? Ну, насчет того, чтобы отвлечь зомби отсюда. Кажется, они в беде. Возможно, ты протянешь им руку помощи? Да боже ж ты мой. Создайте диверсию, чтобы отвлечь зомби. Ты когда не сдохнешь, Линк, ты достал меня. О, наконец-то. Так, все, наша цель горшки для начала, потом все остальное, диверсии и прочее. Как интересно помочь пастору, на самом деле очень жалко, если он помрет. Хороший мужик. Тук-тук, есть кто дома? Судя по звукам, определенно есть. Ну, он уже несется со всех ног. Отлично, найдено горшки. Ладно, попозже. Иди сюда, родная. How's it going back home? Something cropped up with the garden. No pun intended. We're trying to get it set up. Найдено основы. Мы хотим решить строительство, но у нас нет кое-каких. Мы можем прийти к координатам или как найти какой-нибудь другой способ. Да я уже нашел, пока ты говоришь. Притом, кстати, здорово очень. О, топорик. Блин, офигенно. Еще зомби, правда, идут ко мне. Как, а? Качественно вышибает мозги. Топорик — это замечательно. Большой рюкзак — это тоже очень прекрасно. Хотелось бы еще ресурсы найти с работом в доме, чтобы потом уже не заморачиваться. Ну, давай посмотрим. Многие пишут в комментариях, кстати, почему ты не вызываешь собирателей. Да потому что потом их надо из беды выручать, потому что они попадают в беду. Шлакоблоки найдены, опоры, куча всего нашел. Так, петарды и большой рюкзак подождет. Ну вот, собственно, проще в тачку покидать все мероприятие, а потом самому довести. Что случилось? Алан только что застрелил пастора Уилла. Господи, я уже в пути. Ну, дерьмо, а. Убийство из сострадания. Твою ж дивизию. Ну что же, жалко пастора. Не удалось нам его спасти. Я загружен по полной, садимся на базе. Будем ждать. Ух ты, привет.
Так, замечательно. Такие звуки глухие. Ну так, да сколько можно, ублюдки? Когда же вы кончитесь-то вообще уже? Вашу же дивизию, а? Надоели. Так, стройматериалы. Нет, дальше. Спасибо, очень рад это слышать, конечно, что зомби не обнаружены. Так, давайте похилимся, наверное. Думаю, что не помешает. И дома еще лекарства возьмем. Имеем полное право, в конце концов. Так, ну что ж, в принципе, мы кучу всего нашли интересного, так что как раз на базу надо привести это все мероприятие. Да, собственно, разобраться там, что случилось с пастором. Тачка, конечно, видавшая виды, но, как я уж есть, пока что добьем ее. Хотя, в принципе, если построим и прокачаем мастерскую, то машины будут ремонтировать автоматически, когда мы ставим их на парковку. О, моя тачка появилась, неужели, блин? Мать его. Говорите, что хотите, но вы сами знаете, что я прав. Да у вас кишка танкая. Черт у тебя и твою херню по габаритному мученика. Ты не можешь убивать людей, не посоветовавшись с остальными. Мы не знали, что он умрет, Алан. Ну да, конечно. У больных с черной лихорадкой нет шансов, и вы это знаете. Но ты все равно сначала должен был поговорить с нами. Мы будем сидеть здесь целый день и обсуждать свои чувства, так что дальше. На это время превратиться в зомби, пока никто не смотрит и съест на троих нас. А что насчет меня, Алан? Мне что, теперь спать с одним глазом открытым глазом? Когда тебе станет хуже, тогда посмотрим. Да, весело. На самом деле никогда этого мужика не любил с самого начала знакомства, когда он, блин, на базе сначала начал ворчать, типа, зачем ты их привела, нафига ты рассказала про нашу базу. Потом, помните, отказался с тачки с нами ехать, а теперь вот убил пастора. Ну, в принципе, понять его тоже можно. По большей части, он, скорее всего, прав. Так, давайте скинем шмотки пока. There you go. Так. Топорик, лопатка 75. Пока топорик, значит, поставим. Так, медикаменты давай сюда. Медикаменты. Давайте что-нибудь посильнее, наверное. Вот такую штучку возьмем. 3. Так, хорошо. И патрончики. Ну, вот они наши патрончики. 30 штук это один стак получается в этой игре, поэтому 30 штук возьмем. Так, хорошо. Теперь давайте поскидываем всякий хлам. Горшки, основы, опоры, шлакоблоки. Мы все это нашли. Так, работу можно продолжить. Очень удачно, да, что в одном месте. Не знаю, то ли какой-то баг это был, то ли что это такое. Но в итоге все в одном месте мы смогли найти. По-моему, это просто прекрасно. Ну давай, пока. Так, ну что же, вроде неплохо. Что у нас дальше по плану? Давайте посмотрим. Поиск и спасение, друг в беде. Давайте поможем другу в беде. О! Кажется, дофига все построено. Думаю, что пора что-нибудь еще улучшить. Травма у нас у него, да? Ну, пускай отдыхает тогда. Давайте попробуем прокачать медицинское здание. Так, возможные действия. Устроить лазарет, улучшает здоровье, повышает шансы на выздоровление от травм и болезней каждый день. Замечательно. Очередное сообщение, там какая-то беда случилась, надо бы проверить. Окей, понятно. Мастерская. Глушак, фейерверк, фугасная мина. Спасибо, пока не надо. Так, закатить пир, устроить банкет. Не надо пока. График тренировок. Выносливость плюс 10 для всех. Требуется тренер по фитнесу. Выстроите додзе. Додзе созданы условия для обработки навыков выживания. Давай. Почему бы и нет. Так. Склад. Бежит продукты и порчи. Да, вот это надо сделать обязательно. Консервация еды. Ну что, кажется, на первый взгляд вроде как и все. Получается. Так, что у нас тут по тем самым, по запасам? Стройматериалов у нас мало очень, да? Ну тогда, в принципе, давайте сделаем так. Запросим. Пускай она узнает, где достать стройматериалов еще. Вроде как шикарно. База прекрасная, на самом деле, просто очень гигантская. Видите, тут много всего можно построить, много всего можно улучшить.
По-моему, реально самая лучшая база в игре, если не ошибаюсь. Дофига парковочных мест. Что еще надо для полного счастья, не так ли? И, в принципе, довольно неплохой район. Не считая местных жителей зомбированных, которых мы будем потихонечку истреблять. Так, ну поехали, уже кому-нибудь поможем, потому что иначе, блин, леси передохнут со временем. И мы снова потеряем влияние там, и это самое. И боевой дух. А нам бы этого не хотелось. Не так ли? Так, где-то типа здесь. Тут тротачку, в принципе, поставим. И дальше пойдем пешком. Обнаружено скопление зомби очередное. Хреново. Только, блин, успеваю их учащать. Найти пропавшего выжившего. Старина, ты здесь? Хм, спасибо. Пора на базу. Думаю, хватит тратить твое время, уходим отсюда. Шикарно. Молодец, что так быстро нашелся. Честь тебе и хвала. Я думал, сейчас снова придется заморачиваться, искать по всем этим объектам, но нет. Лекарства, тем временем, кстати. Это очень даже неплохо. Пойдем, старина, идешь за мной, да? Молодец. Тут уже зомбарик к нам идет. Даже, может, и парочка. Чертовы ублюдки. Так, все, поехали нафиг. Понеслась. Как дела? Да шикарно у меня дела, просто шикарно. Тебя еще за ручку проводить надо, да? Сам ты не найдешь, наверное. Ну окей, пошли. Так, ну все. Да, отлично, сделай это. Это именно это и хотел нажать. На эту кнопку. Так, двери вы сами закрываете автоматически, поэтому можно не заморачиваться. Какого черта? Не-не-не, подожди, так не пойдет. А тебя куда отвезти-то нужно? Твою дивизию, ты вообще придурочный, что ли? Я тебя привел на долбанную базу. Что тебе от меня еще надо? Слушай, кто-то там стреляет, по-моему. Какого черта? Почему на нашей базе зомби? Но потом они, блин, удивляются, что у нас лихорадка. Вышку построили, нет? Слушайте, реально лезут. Гады ползущие. На, сволочь, получай. Зря они стреляют, реально зря. Так, хорошо, стоп. Давай поглядим. Вышка, нет, строится, еще будет строиться 8 минут. Хреново. Но ничего не попишешь, придется пока отбиваться. Она вспомнила, что скопление рядом. Давайте-ка туда тогда и сходим. Там у нас крикуны живут. Тогда, собственно, ничего удивительного, что к нам зомби валит. Да что ты делаешь? Тогда я не удивлен. Тачка уже черным дымом дымит. Это, очевидно, плохой знак. Где у нас крикуны? В этом сарайчике? Судя по всему, да. А, слышите, долбится. Твою дивизию вышли. Сейчас мы им устроим жаркую встречу. Первый пошел. Еще минус три. Давайте, выходите, выходите, не пугайтесь. Все в порядке. Я вас жду.
Ух, блин, сколько вас тут. Должно сработать, говорит. Крикун сдох уже? Или еще нет? Вроде все сдохли. Ну что ж, замечательно, друзья. Получилось очень даже прекрасно, по-моему. Надо только смотреть за своей спиной. Прикрывать тылы. На всякие пожарные. Еще и найдено. Здорово. Звуки явно нехорошие. Но к нам пока никто не заходит, это главное. Но вообще надо, конечно, приучать себе двери закрывать каждый раз. Это реально, по крайней мере, задерживает. Так. Случайные коробки патронов. Слушайте, замечательно. То, что нужно было, кстати. Боеприпасы нам всегда пригодятся. Я думаю, что пора машину менять, потому что это просто уже далеко не уедет. Так что давайте на работу загрузимся. А лучше вон в пикапчик. Кстати, ганшоп. Сейчас сразу заодно обыщем его полностью. Ганшоп — это просто прекрасно, по-моему. Не так ли? Отдыхай, отдыхай. Можешь, в принципе, закуску сожрать. Дабы быстрее отдыхалось. Так, есть кто дома, интересно? Буду тебя ждать. Я тебя поняла. Сейчас меня запалит орда. Как пить, блядь, запалит. Не, спиной повернулись. Слава богу. На, скоренка тебе. Офигенный прием, просто обожаю его. Внимание, граждане. Черт. До скорого. Что, внимание, граждане, мы с вами, к сожалению, уже не узнаем. Из-за тупой системы комментирования, когда он, кажется, берет какую-то вещь и говорит, и отвезет домой. Да неужели, блин? Удивительно просто, старина. Просто удивительно. Подожди, там что-то еще осталось, что ли? Проверить. Еще не найдено. Хорошо. Так. Далее. У нас с вами по плану второй этаж. Здесь у нас что? Здесь у нас шкафчик. Но в шкафчике у нас боеприпасы для гранатомета и для дробовика. Неплохо. Но это еще не все. Еще не найдено. Замечательно. Возможность упущена. Ну извините, пожалуйста, блин. Что там такое случилось? До свидания. На-на-на-на-на. Мне пора на базу, мне пора. Давайте, в принципе, на базу скинем все вещи и там, пожалуй, закончим серию. Как проходит? Шикарно проходит. Where you go? Ну, вроде как так. На тебе, скореночки. Так, осталось только доставить еще то, что у меня внутри, в карманах лежит в нашем рюкзаке. И, в принципе, на этом все. Ух ты, ребята, вы еще. Тяжело раздирающий кашель у Алана. Ты в порядке? Плохо выглядишь. Конечно. Да ладно, неужели? Тогда прихватили лекарства из-за припасов группы, а? Да, кажется, у нас с вами потенциальный мертвец еще один. Если мы не поможем ему укрепкаться. Похоже, дела идут на поправку. Не знаю, где чувствуешь, как-то умиротворяет вообще. В общем, нравится база им это. Ну хорошо, что же. Я тоже рад, что мы переехали. Так. Прекрасно. Куча всего интересного.
Мы поскидывали, повысили влияние, все у нас здорово, кроме стройматериалов, по-прежнему очень мало их. А было до хрена. Так, что мы можем теперь тут еще посмотреть? Пока что еще вышка наша строится. Требуются шприцы, мать его. Ну, за ними тогда и поедем в следующей серии, друзья. Лазарет нужен. Тем более в нашей ситуации, когда лихорадка какая-то еще есть. Ну что ж, друзья, надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. Не забывайте про большие пальчики вверх. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Для вас играл и комментировал Валдай. Это была игра State of Decay на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.